А у тебя крутой мишка. Выдвигаемся. Яйца дали тебе жизнь, сын. Так что я сам разберусь, что и как делаю. Привет, я Хёрг Драбман старший. Я ветеран. У меня есть небольшой бизнес и любимый сын. И я баллотируюсь в Сенат. Иду вперед. Чё, как? Я была на волосок от смерти. Не выводи меня! А ну иди сюда! Тупее мешка с говном, понял? Подойди, говорил. А, это о тебе говорил, сучонок дач. Твою мать, я будущий сенатор, и я приказываю тебе подойти. Пошла. Туда говорю. Значит, ты убиваешь этих засранцев. А чё ты такой мелкий? Ты зарегистрированный избиратель? А, хрен с ним. Мне нужна помощь другого рода. Перейдем к делу. Видишь эту груду разочарования? Он молится еще. Мой отпрыск, Хёрг-младший, тупой, как ведро для угля. Весь в мамку. Безмозглый сучонок похерил мой грузовик, Нэнси, названный в честь лучшей первой леди нашей прекрасной страны. Если либерасты узнают, что я о своих вещах позаботиться не могу, плакало мое место в Сенате. А раз уж ты на моей земле, и я тебя не убил, хотя любой американец при оружии имеет на это право, то ты у меня в долгу. Помоги недоумку вернуть грузовик, и я займусь подготовкой к выборам. Младший, тебе тут помочь хотят. Попробуй не про... Убери от меня эту херню! Привет, чизбургер. Как ты поживаешь? Мишеней больше нет, что ли? Эй, царь обезьян, хороший мой, ты здесь? Это я, Хёрг. Этот медведь всех святош распугал. Если я лидер секты, должен ли я молиться самому себе? Это типа как в начале. Блин, я в фильм-то не въехал. Сейчас и подавно ничего не пойму. Здесь враги. А у тебя крутой. Им ведь это уже не нужно. Это уже слишком. Это слишком. Эй, царь обезьян, хороший мой, ты здесь? Это я, Хёрг. Не, слушай, я же ничего не сказал про твой пол, правда? Я ж к тебе со всей душой. Просто я всех своих амиго называю чуваками и бро. И неважно, есть у них вагиталии или пенина, или... Дежавуду, чувак! Мы часом не встречались?
Черт, мои молитвы услышаны. Я достучался до славного царя обезьян, владыки небес. Ну, раз уж ты посланник царя обезьян на земле, ты наверняка в курсе, что я должен вернуть папане грузовик. Он прям рвет и мечет. Если я это сделаю, он пустит меня домой. Снаружи уже жесть, как холодно. Я молчу про бродяг, которые копаются в мусоре и грозят заразить меня болезнью Лайма. Идем, поможешь мне найти папин грузовик. Пошуршали, пока папаня не начал стрелять. Он сейчас как бочка с порохом. Выборы в Сенат его подкосили. Не создан он для этого дерьма. Знаешь, как он занят? Прям посрать некогда. Очуметь! Я целый день молился. Просил царя обезьян, малыша Иисуса, даже святого Валентина подать мне знак. Люди становятся все страшнее, а это место всегда будет прекрасно. Я пошла. Прикрывай. Меня.
Убегаешь. Будет весело, чувак! Я покажу им силу Винджа. Ты мне нравишься. Ты все делаешь правильно, поэтому я посвящу тебя в свой... Итак, переходим к пункту 4. Грузовик далеко внизу. Скорее всего, там нас ждут эдемщики. Используем трос, бро. Спустимся на нем и нападем, как крутые ниндзя. Ну, как там? А, да, чувак! О, блин, не шумим. Да, точно. О, блин, чувак. При иных обстоятельствах меня бы совесть залила. Не хочу забегать вперед, но думаю, мы станем лучшими друзьями. Набьем татухи друг друга. Судьба свела нас вместе, амиго! Мне мое сердце подсказывает. Или это судьба царя обезьян, что свела нас вместе. Думаю, это одно и то же. Ведь он повелевает всеми чудесами мира, так что... Мне кажется, выживальщики в округе Хоуп в глубине души рады, что у них есть повод попрятаться в бункере. Мой лай такой судьбы не заслужил. Компания его ненавидит, но ко мне он всегда норм относился. Яков заплатит за это, чел. Клянусь, заплатит. Иду, прикрой меня! Лучше побрей его, жертвы же. Нельзя летом так варить яйца. Нельзя. Что? Цель и от души – это, по-моему. Другие не пришли. Надеюсь, здесь есть чем поживиться. Что за черт? Прикрывай, я пошла. Ну же, садись!
папка будет в ярости, когда увидит дырки от пуль. Холодильника и проверь, сколько банок звездюлей там осталось. А и пивка мне захвати. Блин, они не обвязаны. Видел, какое у него было лицо. Какое лицо мне за него осталось. Но в другом минуте важен каждый группы датчика. Упомянул 5 пунктов? Блин, я уверен, что что-то забыл. Но ты молодец. Расскажу тебе маленький секрет. Я хочу организовать свою секту. Ты будешь первым из хёркистов. Моей паствы, то есть. В секте будут состоять ты, я, мой кузен Акула и куча жарких тёлочек. Будем бухать и отрываться без передышки, бро. Взгляните на это. Два сапога пара. Рад, что она цела. Вижу, помощник, ты держишь слово. Я тут поразмыслил, пока вы там бегали. Заправлять в Сенате слишком сложная работа. Мне не справиться одному. Так что мне будет нужен помощник, руководитель избирательного штаба. И ты идеально подходишь на эту должность. Вот тебе первое задание. Везде таскай за собой младшего. И чтоб я больше не слышал, как он молится царю обезьян. Второе задание. Надо подумать. Второе задание. Ты получишь позже. Ты сильный, ты мужик. Помочь тебе. Что стоит мне захотеть, и ты вернешься ко мне. Мой новый ассистент. Пока играть в свои игры. Я скажу тебе, когда будет пора домой. Только ты. О, кого я вижу? Мой новый ассистент. Что? О, кого я вижу? Мой новый ассистент! Все снова будет по-прежнему. О, кого я вижу? Мой новый
тебя знаю. Мои яйца дали тебе жизнь, сын. Так что я сам разберусь, что и как делаю. Нужно только остановить этих грёбаных психов. О, кого я вижу? Мой новый ассистент! Есть для тебя задание. Знаешь, что такое джерримендеринг? Ну, откуда тебе знать? Ты же простой гражданин Америки, как и я. В общем, это заумный мухлёж с избирательными районами. Как-то так. В общем, когда наступят выборы, может оказаться, что я провалился, потому что долбанные сектанты не стали голосовать за меня. О них что угодно можно болтать, но на выборы они ходят. Вот так и выходит. Чтобы выиграть, мне нужно вернуться в прошлое и так передвинуть избирательные районы, чтобы не учитывать сектантов. И это наводит на одну мысль. Вот если бы эдемщики просто не явились на выборы... Заметь, я не даю тебе никаких указаний, но... Решив эту проблему раз и навсегда, ты мне очень поможешь. Если ты понимаешь, о чем я. Конечно, я не приказываю тебе никого убивать. Это же противозаконно. Это ведь технически противозаконно, да? Но вот если бы тут стало чуть меньше сектантов, потому что они, ну, скажем, споткнулись и упали прямо на пули, а? Тогда у меня будет больше шансов. Район, о котором я толкую, находится на перекрестке возле той забегаловки, где подают гриль. Прихвати с собой моего отпрыска. Он, конечно, редкостный придурок, но стреляет метко. С идиота и взятки гладкие. Может, его даже за решетку не посадят, если он что натворит. Ну и какого хрена ты ждешь? Шевелись! Хёрк старший засранец. Это не лечится. Только при моем отце такого не ляпни. Значит, вы с Хёрком теперь работаете вместе. Он ездил по всему миру, но, кажется, не научился ничему. Разве что взрывать все, что не попадя. Если он опять начнет гнать про обезьяны и взрывчатку, постарайся пропускать это мимо ушей. Смотри, как я двигаюсь. Я как бы танцую и при этом как бы сваливаю. Thank you.
перемещаюсь из точки А в точку Б или наоборот. Меня. Я рядом. Да, хорошо. Сейчас тут будет интересно. Мы должны забрать как можно больше. Выдвигаюсь. Что? Слышу, слышу. Невезучие сектанты мрут один за другим. Так держать. Возьмешь старушку Нэнси?
Будешь разъезжать на ней повсюду, и мои будущие избиратели поймут, что они под надежной защитой. И прошу, не привози сюда больше младшего. Никогда. Или наоборот.